Всем привет, всем здорово! Сегодня с вами снова SenseVerse и поговорим про Tenna-Genzavos 0.9. Нет, просто 0.9, просто 9. И начнем мы со скина новый Grax. Ненавижу эти скины, вот просто ненавижу эти скины, это тряпки. Это тут даже, шлем, хотя такой шлемчик ничего, отскопный. Сзади турбинки такие. Но вообще за 7 долларов, туловище говёное, то есть, в общем, как стандартный завоз. Идем дальше, Grax. Мех. Была новая мех. Кстати, вот на мех... Тут все уже получше, скажем так. Вот, это вот две детали особо впечатляющие на данном скине. Поэтому многие думают, купят член. Мне не очень нравится, но, в общем, все обтянуто в коже. Спереди очень замечательный вид. То есть, поэтому я думаю, какой-то контингент этот скин приобретет. То есть, скажем так, вполне годновато. Хотя и скины... Гринира не особо люблю. В общем-то, гидроид. Вот почему я не люблю. Вот явный пример, почему я ненавижу скины скины Гринира. Во-первых, что это, не знаю, что это за кавказец, что это за борец, что это за пиявки у него на плечах. То есть, ноги, юбка, ладно. Что это за кавказец небритый, я не понимаю. Что это за султан, я не пойму, тысяча и одна ночь. Пиявки на плечах, действительно. Несуразица, дальше идем. Скин Никс Карнифекс. Вот это рыба. Вот это рыба моей мечты. Нет, это, скорее всего, селедка. Хотя, в принципе, да, акула. И, кстати, скин выполнен довольно-таки недурно. Вот что хочу сказать. С каждым завозом, чем больше я троллирую вот эти вот завозы, тем с каждым разом все чуть-чуть лучше и лучше привозят. Поэтому в данный момент они уже что-то такое интересное привозят. Хотя сам скин селедки, хотите, бегайте, будьте селедками. Мне, в принципе, окончание шлема не очень нравится, это навершие. Хотя сам дизайн не такой уж и плохой и найдет своих фанатов. Но я бы не стал брать, я не буду это брать, даже если бы захотел бы, наверное. Я не захочу это брать, потому что это селедка, это зашкварно быть селедкой. Поэтому не знаю. Но тоже фанат своих найдет, в принципе, тут острики такие, найдет. Скин Сарины Амальгама, в принципе, что в плане туловища, ничего такого сильно выдающегося. Мне не нравится, опять-таки, вот этот капюшончик, я не знаю, лучше бы скины делали без этого капюшона. Было вполне нормально, но это фишка Сарины, поэтому от него никуда не деться. Сам шлем мне нравится. А в плане всего остального, вставочки, да, блестят, не нравится, не знаю. А вот шлем сам, да, неплох, довольно-таки не дурен. Не то, что то говно, что было с цветочком на балде. И поэтому, в принципе, платить 7 долларов за один только шлем, это тупо и неразумно. Да, сиськи, конечно, как всегда у нее. В принципе, найдет тоже своих фанатов. Что дальше? Скин Эквинокс Инсомния. Эквинокс, скин, тряпки, все как обычно, в принципе, шлемчик такой. В принципе, я ничего за выдающегося за 7 долларов тут не вижу. То есть то, за что можно заплатить деньги, этого тут нету. Тут, я не знаю. Лучше селедку купите за 7 долларов, я не знаю. Ее хоть засолить можно, таранька будет какая-то, я не знаю. То есть под пивко да покатит. Тут, в принципе, ничего абсолютно особенного нету. Идем дальше. Скин Эша Цукуеми. Ёперас, это мы что, окунулись в мир Наруто, я не пойму. Хотя, в принципе, скин напоминает мне больше футуристический костюм Бэтмена. Но само название Цукуеми сразу к Наруто. В принципе, тут Бэтмен, Наруто, то есть, не знаю. Хотя я бы этого Бэтмена, честно, одел. Довольно-таки неплохая работа, неплохой скин. Довольно-таки недурно. Название не нравится, отстойно. Еще мне не нравятся его руки, вот там, где локоть, вот там, в принципе, все красиво заканчивается. То есть сами руки какие-то у него убогие. То есть можно было бы как-то по-другому раскрасить, они у него какие-то бледные, не нравится. А в плане всего остального, Бэтмен. Что тут еще сказать, реально Бэтмен. Скин Атласа Монолит. Боже. Что за дерьмо? Есть. Вот в каждом Tenna-Genzavos'е есть говно, то есть... в основном оно преобладает, но в этот раз так 50 на 50. А тут что это за мордашка? Вот знаете, я, конечно, не задрот, я не знаю, как зовут этих хреней с Звездных войн, где в третья часть, там вот такой худющий дрищ такой был. Такое чувство, что он раскачался, то есть этот инопланетянин, вот вышел Атлас. Скин Неджи Девайн. Для меня
сама подмена разукрашивания, так сказать, скина, да еще и за $5, это, ну, глупость, наверное, брать это все. Я думаю, никто за доллар не будет брать, просто замену раскрашивания, ну, так сказать, текстуру поменять и все. То есть, ну, за это вряд ли кто-то платить будет. В плане крыльев, вот, кстати, покуда я не показал в Steam, показываю тут, потому что оно видно полностью. Ну, а так вот, Нару Сандана, крылышки. В принципе, это прикольно, прикольно. Бэтмену зашло бы, я думаю. То есть Бэтмен с крыльями, то есть в черный цвет, в черно-красный покрасить, и все было побалденно. Но тоже так что-то не дотягивает. Это надо было, наверное, в 10-м завозе привозить. Теперь 10-й завоз у нас будет чисто под Хэллоуин. А так я даже не знаю. То есть это уже на любителя, ну, так все средненькое. Ну и дальше Скапули Сандана. Боже, да что это за выдвинутые лопатки, я даже не знаю. Так кажется, что лопатки вырвали, как-то там на магнитике подсадили, не знаю, вот они теперь левитируют, что-то там машут пытаются, и даже, ну, за $6, ну, придятина, ну, такие деньги выкладывать за такое говно, я даже не знаю, кто будет. То есть, не, и хотя я знаю, если я увижу какого-то чувака с этим скином, я вот, да, он выложил $6 за этот скин, это сразу будет ясно, понятно. Ну, в принципе, в этот завоз, кстати, было не так много дерьма, как я ожидал, то есть действительно что-то интересное было. Ну вот, в принципе, все, что я считаю достойным для покупки, вот это вот все интересное, а все остальное, ну, дерьмо. То есть особенно за те цены, за которые предлагают купить. Ну, если не согласны с моим мнением, вы, конечно, можете отписать об этом, и я благополучно на него насру, потому что мне насрать на ваше мнение, о вкусах не спорят, и я не собираюсь вам выдвигать, что вот... там вот покупайте то, не то, я просто говорю, что мне нравится, что мне не нравится. То есть вот так вот. Ну, в принципе, вот то, что мне нравится из всего теногена. Остальное все я считаю шлаком. Всем спасибо, всем пока. Ждем следующего завоза.